Какой исход от этого матча вы ожидали? Ну, нам нужна была победа, чем мы сегодня и добились, потому что дальше игры будут тяжелее, поэтому сегодня нельзя было терять очки. Ну, в принципе, мы пришли сюда побеждать. Наша цель хотя бы дойти до 1/4 финала. Поэтому настраивались, тренировались и нацелены были только на победу. Вы так активно начали, но после 4 забитых голов как-то расслабились. С чем это связано? Подсели, мне кажется, физически, потому что сезон только начинается, большой перерыв. Но потом все-таки мы взяли свое, опять начали играть в свой футбол. Ну, по мне, это психически расслабились. Поняли, что наша игра идет. Начали много себе позволять, где-то упускать борьбу, и поэтому такой счет начал появляться 4-2. В итоге потом собрались, и началось уже получше. После тайм-аута, вот что ожидали, какой счет думали будет? После первого тайма? Ну, первый тайм мы хотели заканчивать с преимуществом как можно больше. Я помню, первый тайм вроде закончился 5-2, что-то такое, поэтому все нормально. Ну, первый тайм, понятное дело, мы сдали немного в конце, но поэтому были нацелены только идти дальше и забивать. Спасибо большое, до свидания.